Очередной урок до военной подготовки. Сменили локацию в лесу. Отрабатываем то же самое, что до этого. Разворачивание из походного в боевой порядок. И, соответственно, перемещение в боевом порядке вперед и отход назад. Итак, заметили противника. Молодой, в составе противника. Две женщины, три мужчины. Показывай. Все, шучу. Все, разворачиваемся. Видишь противника? Итак, головной дозор заметил противника. Боевой порядок. Все, все. За дерево спрячься. Леш, как тебе с девками? Нет. Вот, правильно выбрал деревце. Захар, смотря в прицел, кого ты видишь? Противник. Белку? Нет, зверя. Итак, общая команда. Заметили противника. Все, командиры команды, развернуться в его порядок. Вот вы сейчас вдвоем бежали. Нельзя так. Центр не смещайте. За ближайшее укрытие. Оттягивайте. Держу. Это трухла. Надо было тебе лечь вот за это дерево. Это трухли. Давай, давай, давай. Вот если ты лег, видишь, какое пространство, так сместись сюда. Тебя будет незаметней. Стволом не грязгай. Пошел. Маленькое дерево сюда. Кого бы ты жукнул в первую очередь? Вон сидит товарищ. Торчит. И вон шлем еще торчит. Так, у нас группа развернулась в боевой порядок и прочесывает местность. Дистанция. Дистанция. Так, молодцы. Первый раз. Второй, два. Вот что значит лежать в лесу. Группа встала, чтобы они вас увидели. Вторая группа, кто в засаде, встали. Ну что, кто видел? Лёх, ты увидел? Тупик. Ой, не могу. Где увидели? Сближаемся, атакуем. Все, ты линию убираешь. Давай. Гранату ложись! А! Конечно, так нельзя вставать. Тебя пристрелили, значит. Понял меня? Понял. Итак, общая команда, разведите оружие. Простой. На предохранитель. Когда вы идете цепочкой, слово «прямая линия» – это прям реально прямая линия. Понятно, когда вы отступаете, перебегаете, никогда не будет прямой линии, потому что она будет всегда вот так. Вот тут при поиске вот это не пойдет. Вы должны идти, претензии были больше к вам. И дистанция больше. Вы просто вот, если представьте себе, вот вы идете с расстояния 3 метра. Вот так вот человек дрынь сделает с 5 метров и 2 сразу. А если будет дистанция 8 метров, он задолбается вот так вот делать. Понимаете? Зачем вы бросаете гранаты, если вы понимаете, что вы не попадете? Вот в этой группе, вот в этом фланге. Угу. Не надо. Чувствуйте, что если попадете, туда бросайте. А лишь бы вот туда это так. Понятно. Еще раз говорю, главная ситуация – ошибка линии. Топография, креативизм. Вот это бывает. Все. Всем спасибо. Давайте попробуем. Все, креативизм.